Здравствуйте, с вами канал Автомечтатель и наш новый проект «Понты дороже денег». Cause my verse is the realest. I'm bigger bro to these youngins who understand the vision. I got the world in my hands, and I be holding it tight. And now I'm getting love from people I ain't met in my life. And I still got my niggas, and I still got the wife, and I still got all these demons that I'm trying to fight. Even before my way came out, I put my mind to the shit. Nowadays I drop my songs at night, cause they lit. Ребят, много ли вы знаете людей, которые разбивают машину, потом ее делают и ездят на ней дальше? Я таких практически не знаю. Но мы не из таких. Мы не боимся трудностей. И мы сделаем Мерседес так, как мы хотим. Погнали! Небольшая предыстория. 2015 год. Шила в попе заиграла. Хочу Мерседес и все. Вот хочу, вот нравится. Что делать? Ну, поехали брать, копили бабки, взяли Мерседес. Не читая форумов, ничего не зная практически об этом автомобиле, мы берем эту тачку. Да, это E-класс, ты понимаешь, ты тут король. Все на дороге тебя боятся. Тогда я так думал. Вот. Что же дальше? Оказывается, у этой машины очень много проблем. Это блок СБЦ. Кто знает, тот меня поймет. Об этом мы расскажем дальше. Валы. Валы — это вообще отдельная тема. Шли с завода уже сразу с браком. Не, ну как это можно? И еще куча всевозможных проблем. Блок СБЦ. Это самое жесткое, что мне попалось в этой тачке, наверное. Наверное, поэтому ее и продали, в принципе, сняв эту ошибку. В общем, как-то раз ехал я. Еду на Мерседесе деловой. Ты что там, со светофора, газ в пол. И тут раз у меня загорается такая надпись. Visit Brake Workshop. Я такой, как все думают, ну, наверное, колодки что-то там приходят, надо поменять. И давай там с поворота в газ там. Давлю. Нет, ребят, это, оказывается, приходит конец блоку СБЦ. Ну вот лечу 140 км в час. Хочу тормозить. Тормозов-то нет, они как бы есть, но их в то же время и нет. Вот знаете, куда он копейки ездит, тот понимает, да, как тормозит копейка. Только это 2 тонны, несущиеся со скоростью 140 км в час, и когда она тормозит как копейка, это страшно становится. Моя нога, наверное, ударила по тормозам с такой силой, что я в жизни так не нажимал тормоз. Машина пошла юзом и попадает в жопу 14-й. Ах, как хорошо, какой удар был, как красиво. Все подушечки вылетели, прям чпок-чпок, как киноленту, вот до сих пор что в голове у меня. Запах пороха, такой прям, как на войне, короче, побывал. А самое веселое, что 14-й улетело метров на 300, наверное. Просто ее развернуло там. Что из этого вышло? Вы сейчас увидите, во что превратилась машина. Ну что ж, а мы теперь будем ее устанавливать. И это наш новый проект, как вы уже слышали. Понты дороже денег. Поехали! Страшно, потому что я представлял уже, в какую сумму денег обойдется этот ремонт, но я набрался сил, мужества, все-таки сделал это. Да, я повредил сильно руку, ну как сильно, просто отбил ее об селектор коробки передач. Да, кстати, такая тема, когда врезаешься, она автоматически на аварийку даже тебя включает, понял? Тебе не надо нажимать кнопочку аварийки, то есть она сама за тебя уже все сделала, она поняла, что ей пиздец машине, она сама себя включила, прикиньте, аварийка. Вот. Это я тему знаю, там, когда еще типа сильно очень тормозишь, тоже аварийка загорается. На немцах любимая такая фишечка ихняя. Ну что ж, я все-таки вылез из машины и пошел смотреть, что там. Мне даже было в тот момент все равно, где там эта 14-я, что с ней. Я понимаю, что это, ну, как бы не по-человечески, но тогда меня этот вопрос вообще не интересовал. Вот.
Я подхожу к переду своей мордой и берусь за голову. Охота было упасть на колени и плакать. Плакать, слезы, чтобы вот так вот лились. Ну, кто разбивал тачку, тот меня поймет, что это жесть. Я еще когда сам как бы виноват. Но я не виноват! Я не виноват! Эта машина виновата, что она не тормозит. Ни хера. Я не знаю, что курили эти инженеры. Дайлмеры, эти бошевцы, которые поставили этот блок СБЦ. В общем, морды там не было, точнее, правой стороны. Крылья под замену, капот под замену, передняя траверса вся под замену. Хорошо, что у них офигенный усилитель. То есть удар пришелся в этот усилитель, можно сказать. Он спас вообще всю, ну, весь двигатель, так скажем. Вот это моторное пространство подкапотное. Я был удивлен, если честно. Я думал, все, там она больше не заведется, потому что мы попадали в аварию также на Хонде Сивик. Ну, там было пожестче, конечно. Вот. Я не говорю, ребят, про все эти пластиковые крепежи, которые какая-то херня, какой-то замочек стоит там по 400, по 500 рублей. Это вообще жесть. А главное, что панель перешивать или покупать новую, подушки ставить, или же ставить обманки, но мы так не делаем, мы будем покупать новые подушки. А дальше что? Блок СРС, датчики удара, лобовое стекло, опять же красить машину, блок СБЦ. Уф! Будет весело! Ребят, это, донатьте мне, пожалуйста, там будет, кому будет это интересно все. А, да, мы будем делать рестайл. У меня был до рестайл, 6-й год. Там чуть-чуть месяцев не хватило, чтобы его рестайлом... Чтобы его рестайлом сделали. Мы будем делать рестайл. Вот. А, да, Сбербанк, карточка Сбербанка будет внизу. Ребят, пожалуйста, по 10, по 5 рублей кто-нибудь хоть присылайте. Бабок катастрофически мало осталось. Выпуски будут интересные. Ребят, надеюсь на вашу помощь. Сейчас мы позвоним человеку с Авито и узнаем, сколько примерно стоит наш блок СБЦ. Это любимая тема этой машины. Блок СБЦ. 0054318012. Это вот... Так у вас вообще другой тип. Вы видите, мы диалог с вами ведем, а совершенно разных вещах. Я понял. То есть... Это мне до завтра нужно время. Я не помню. 80-ка это другой. Другой блок, да? И я вам сразу скажу, 61 тип будет стоить. Это сразу вам скажу. Хорошо. Повисите. Угу. 75 тысяч, да? А вы их устанавливаете? Да. А, смотря в каком вы регионе находитесь. Ну, я из Тульской области, но я, в принципе, могу приехать. Смотрите, мы-то сами в Калининград. А, Калининград. Блин, да. У вас просто... Меня, да. Понятно. Но там написано в объявлении. Вот. У нас, конечно, есть представительство по регионам, но конкретно по установке я вам могу так сказать. Ставрополь, Калининград, Москва, Питер есть, кто может поставить. А в какую сумму это примерно монтаж-демонтаж? У нас, допустим, в Калининграде это 3000 стоит. В Москве это стоит 10. В Питере это стоит 10. Все понятно. А в Ставрополе это 1500, не больше. Вот такая вот штука. Ага. Так, значит, он поэтому будет 70... Сколько там? 75. 75 тысяч. То есть это новый совершенно блок будет? Естественно.
так вот, ребят, узнали мы, сколько стоит блок СБЦ. Это еще, в принципе, достойный ценник, 79 тысяч, потому что если заходишь там на Exist и EMX и так далее, и вводишь свой, как бы, номер, он там от 130 тысяч и дальше погнали, вот так вот. Вот, как вы видите, горит у нас SRS, ABS, ESP, сейчас еще будет надпись Visit Break Workshop. Это говорит о том, что блоку нашему пришла пизда. Просто пизда, вот, посмотри, посмотри. Ага, вот такая надпись. Вот мы собрали пока что переднюю траверсу. Поставили, вытянули его, поставили крылья, капот. Ну, в принципе, пока и все. Немножечко аж грустно стало, сколько еще всего делать, сколько надо бабла. Ну, как вы уже слышали, там ты дороже денег. Пока. С вами был канал Лутцемечтатель. Смотрите нас. Скоро новый выпуск. Я пошел.